Сказать, что ситуация сложная, это ничего не сказать. Вы только вдумайтесь, что такое 28 поселков. Вы представляете протяженность их? Это все центральный район города Тулы. Про веткий фонд я вообще не говорю. Давайте не будем лукавить. Он не веткий, он аварийный, потому что я обошел все поселки и был во всех практически этих ветких домах. В них жить просто невозможно. Это огромная проблема. А не признаем мы их аварийны, потому что мы сразу должны предоставить жилье. А жилья у нас нет. Поэтому люди живут. И будут жить, пока какой-нибудь ЧП не произойдет и кого-нибудь там не прихлопнет. Вот тогда мы все задумаемся и будем решать эту проблему. Что касается дорог. Дороги также в ужасном состоянии. Слава богу, в прошлом году мы сделали дорогу к больнице, в которую мы можем спокойно возить больных. Эту проблему мы добивались на протяжении 2 лет и никак не могли решить. И так далее, и тому подобное. Что касается воды. Вода вообще так же, ее невозможно просто пить. Она в ужасном состоянии.